С наступлением весеннего сезона заботы по благоустройству территории становятся главными для администрации всех сельских поселений. В четверг, 30 марта, в районном центре прошел широкомасштабный «Чистый четверг». На борьбу с сорной растительностью и мусором, а также побелку бордюров и деревьев вышли сотрудники администрации района и Кашхабльского сельского поселения, работники учреждений и ведомств, учащиеся школ и просто неравнодушные жители района. За часы кропотливой работы были очищены парковая зона и игровые площадки. Уважаемые жители Кашхабльского района, давайте начнем с малого, наведем порядок возле своих домов, чтобы наш район стал чище и красивее.